моя северская домна занимает и награждается топором Рома. Второе место в возрастной группе 5-8 лет получила Колпакова Александра. Из участников сразу в победители. Все дети, представившие свои работы на конкурс «Моя северская домна», получают от музейного комплекса призы и дипломы. Пока тигренок норовит с каждым из них сфотографироваться, родители получают удовольствие от праздника, ставшего по-семейному теплым, объединяющим сразу несколько поколений. Я очень гордился. Ребенок торопился сюда. Он знал, что тут будет интересно, что тут будет много детей. В общем, мы очень спешили, очень обрадовались, что вот нас сюда пригласили, поэтому нам очень все понравилось. Маленькая Полина так мечтала попасть на праздник в Северскую Думу, что побудило и родителей прийти вместе с ней. Теперь, говорит Сергей Тушенцов, он понял, гармоничная форма общения взрослых и детей найдена здесь, на этом празднике. К мнению главы семьи присоединяется и мама Галина. Она была очень рада, тем более рада тому, что именно здесь, на этом предприятии, работают ее родители. Она рисовала рисунок по поводу предприятия. Я думаю, это она все осознает. Вот. И она, ну, эмоции просто ее переполняют. Может, она немножко стесняется, поэтому ничего. Дома все расскажет более подробно и поделится своими эмоциями. Но я вижу по ребенку, что он, конечно, очень рад. Сергей Агалаков, электромонтер трубопрокатного цеха номер 1 Северского трубного завода и по совместительству дед участницы выставки Валерии Агалаковой, давно собирался посетить музей. Представился случай, и он действительно оказался счастливым. Неожиданно для себя Сергей Геннадьевич увидел на одном из стендов фотографию своего знаменитого деда, первого стахановца, сталевара мартеновского цеха Василия Бабикова. Приятно увидеть и на работы внучки уже, как говорится, на выставке, которая, ну, старается к чему-то стремиться. Ну и здесь, конечно, на музее я не был, все пытался попасть. И вот сегодня получилось, и увидел фотографию своего дедушки, первого стахановца. Его внучка Валерия впервые убедилась, что историю создают люди, причем близкие к тебе люди. Каждая работа замечательная, мне все понравилось. В общем-то, хорошее мероприятие. Мы все очень рады, довольны. И довольны за внучку и за всех остальных ребят, что вот это все произошло. Представитель другой трудовой династии, Медянцевых Иван, смастерил соленого теста макет лошади из Северской Думны и получил одно из призовых мест. Теперь это воспоминание станет семейной реликвией. Ваня сожалеет только об одном, что его младшей братишки не было рядом. Лешу, ну, брата моего оставили у бабушки. Он бы сейчас бы счастлив был бы, с котиком там играл бы. Воспитанники детской художественной школы подготовили свою выставку «Поющий ангел». Проект был организован нашей телекомпанией накануне праздника фольклорной и духовной музыки в Северской Думне. Вместе с родителями дети сразу после награждения сделали совместный рисунок Думны и написали свои пожелания. Получилось хорошо. Эльмира Самохина, Евгений Прусиков. Новости нашего города.